Удары 66. Звучит правдоподобно, я в это верю. Всем здорова, с вами я, PandaFX, и сегодня я хочу вам рассказать про уникальный случай. eSports бесплатно раздают игрока, у которого статы превосходят многих легендарных форвардов. Когда я впервые об этом услышал, я не поверил. Я в это мало верю. Но когда пошел сравнивать статы, немножко так и охерел, потому что большинство из этих кумиров стоит около 700 тысяч, а игрок, который мы сегодня будем тестировать, не стоит ничего. И чтобы выиграть эту карточку, вам нужно всего лишь выиграть 6 матчей команды MLS в онлайн-матчах. Джозеф Мартинес, 4-4 на слабой ноге, на финтах, высокий воркрейт в атаку. Статы — это просто какой-то запредельный космос. Перед тем, как записать этот выпуск, я сыграл один матч, и это просто какая-то жесть была. Просто посмотрите. 5-4. Покер от Мартинеза. Мне кажется, это очень серьезная заявочка на то, чтобы стать как минимум суперсабом в моей команде. Хотя, может быть, и да, снова дотянет. Хер его знает. В общем, я слишком много болтаю. Давайте вместе с вами сегодня сыграем несколько матчей и заценим, действительно ли этот парень стоит своих денег, я хотел сказать, но он ведь нихера не стоит, поэтому давайте просто затестим. Я хочу вам рассказать о более большем, высоком и быстром. Потому что есть такая компания, где быстрый вывод средств, большие коэффициенты, множество спортивных дисциплин. Вы все умненькие ребята, вы подписаны на канал Ничай, поэтому вы соображаете, вы все знаете, что делать. Итак, наш первый соперник на сегодня — это у нас типичная АПЛ-ка. Ну, в общем-то, ребята, поехали. Первый матч, конечно, был крутой, но все-таки хотелось бы еще раз убедиться в том, что Мартинес крут настолько, насколько мне показалось в первом матче. Так, Мартинес. Мартинес! Ну, это херня какая-то залетела. Ну, типа, такой дебильный абсолютно отскок. Ну, вы посмотрите, Мартинес бьет и идеально отскакивает на ногу фигу. Вы знаете, такое говно мне даже праздновать не хочется, поэтому, сорян. Так. Мартинес, Дани! Ууу, Лёрис, блядь, какой же ты летающий хер! Ну, а беги ты его, блядь, ну что ты встал? Опа, Абуба, ты чё, дурак, что ли? Успокойся. И на нахуй лонгшотик! Блин, какие у него лонгшоты охерительные, хотя на показателях именно дальних ударов у него там что-то 70 с чем-то, то есть не все так круто. За что? Я так и не понял, за что мне дали желтую карточку. Я просто ударил лонгшотик, и судья посчитал, видимо, это каким-то оскорблением голкипера, я не знаю, блядь. Так, Мартинес, с подкруточкой, хорош, отлично! 30-я минута. Кстати, показатель подкрутки, как ни странно, у него тоже херовенький, но, опять же, это где-то третий гол, который я забиваю именно с подкрутки. Не знаю, ребята, пока что на данном этапе я получаю дичайшее удовольствие от игры этим челиком, так что, если у вас есть возможность сыграть 6 онлайн-матчей, обязательно это сделайте. Отлетел, блядь. На нахуй! Бля, ну прям так хочется забить им с 3000 километров. Есть у меня вот такое желание небольшое. Давай, Мартинес, лети, Мартинес. Эй, ну это пенальти! Да ладно, вот то есть меня в штрафной завалили, а судей типа похер. Второй раз завалили! Ты чё, судья, охерел? Я не знаю, чуваки, это просто ёбаный гений. В одно касание тут частенько залетает, но опять же я охереваю с его подкрутки. Охуительно, что у меня в защите? Почему у меня один Сол Кэмпбелл тут остался, блядь? Ну ладно, 3-1. Не-не-не, это будет забавно, если он сейчас мне забьет 2 гола в 2 атаках. И мне придется еще потеть в конце. Нет, спасибо. Опа-о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 па
бьет. Ваше здоровье. Кофеек с утра — это всегда хорошо. Все, ребята, заканчивается у нас матч. И снова покер от Мартинеза. Так, попался нам любитель СБЧ с новогодними карточками. Окей, я тебя понял. Ну что, ребята, погнали. Затестим, что это за соп такой интересный. Всякие перестановочки в начале матча делал. Наверное, парень шарит в этой игре. Ну, типа, ладно. Сарачи. Окей, хорошее начало. Тыкс. Ладно, Санчеш проверил облако. Хуй, что за провалы опять у меня в защите? Ёбаный рот! Ферман, спасибо, что тащишь! Что-то соперник какой-то жесткий пока что попался. С трудом обороняюсь. Да пиздец, блядь. Что за хуйня, блядь? Просто 2-0 ни с того ни с сего, блядь. Где моя защита? Объясните мне, пожалуйста. Так, ладно, все, не бомбить. Главное, не бомбить. Все хорошо, все под контролем. Сейчас
Конечно, под контролем. Бля, у Вильяна все под контролем, который отбирает у меня мечи. Так. И херач! Да, блядь, ну облак, отъебись! Ты долго еще будешь въебываться, блядь? И в дальние. Я не знаю, я просто не знаю, что с этим говнюком делать бородатым. Иди ты нахер, пожалуйста, блядь! Так, ладно, все. Вот, я чувствую. Блять, я не туда давал. Серьезно, я не туда давал. Ну, блядь, эта игра меня бесит. Да, ребята, не знаю, что делать. Первый тайм заканчивается, и статистика просто охуительная. Так, Мартинес, давай, братан. На Криштиану. Ну, давай быстрее, блядь, тормоз! Криштиану, хуярь! Бля, ебаный облак, пожалуйста, уйди куда-нибудь в сторону. Блядь, звучало, конечно, очень странно, но вы поняли, Санэ, ну залетай, блядь! Все, я спокоен, не бомбить, все хорошо, все под контролем, блядь. Жирный Сол Кэмпбелл не может оттолкнуть какого-то треща, блядь. Что за бред? Хорош, Мартинес! Не самой удобной, не самой выгодной позиции он каким-то хером забил. Типа, я, конечно, надеялся, что залетит, но посмотрите, какая позиция. Охереть, просто сумасшедшие удары. Даже несмотря на то, что мы 2-0 проебываем, этот парень умеет удивлять. Ну, бля, ну это будет пиздец. Это будет пиздец. Спасибо, Ферман. Давай. Хорошо, Санэ. Хуярь. Да! 2-2, 74-я минута. Все, отлетай нахер. Выпендриваться мне тут будет. Да, паузу бери, давай. Замены там, хуены всякие делай. А Киковчик что-то назревает, ребята. Лайфхак, ребята, если вы хотите разъебать геймпад, и вам жалко новый, берите просто старый, который разъебанный, и швыряйте его. Сука, блять, ебаные кикоффы, как они меня заебали, вы просто не представляете. Конечно, этот ебаный Хименес, блять, хуенес, блять, нахуй, в подкате заранее знает то, что я дам пас. Тут прям вот заранее уже катится. Я в ахуе, блядь. Увидели 3 раза, блядь. 3 ёбаных раза идеально на ногу отскочило. Не, ну вы это, блядь, видите, нахуй? Он еще издевается надо мной, посмотрите. Не, ну тут я уже забомбил. Все, да, ребята, я... Иди нахуй, короче. Красавчик Мартинес, ну ты просто гений ёбаный. С левой нерабочей ноги в одно касание. Все, 4-3. К сожалению, проигрываем. Не совсем справедливо. Соперник играл, конечно, хорошо, но, блядь, то, что творилось в этом матче, это просто ёбаная дичь. Ну, посмотрите на статистику. 17 ударов, 12 стволов, блядь. Ладно, все, не будем бомбить. Просто идем играем еще один матч и нахер эту игру. На сегодня, мне кажется, я уже наигрался. Вау, 9 очков в Weekend League. Спасибо, очень щедрый eSports. Я эти 2000 очков буду целую вечность набирать. Просто фишка в том, что я отобрался в Weekend League, в итоге сыграл 2 матча и все, блядь. В итоге у меня очков квалификации не хватит уже 100%. Третий соперник на сегодня. Очень интересный составчик. АПЛ плюс BBVA. Ну что, пацаны, полетели. После прошлого матча нужно реабилитироваться. Да не, ну конечно, блядь, вот ты серьезно, ты будешь центральным защитником бить, блядь, с такой дистанции? Тинг, Барко на Мартинеза, я хотел сказать, но это Санчеш, и так сойдет, Марти... Не, ну вот это вот шутка какая-то ебаная, да? Оп. И решай, Мартинес, все. Исправился, братан. 18-я минута, 1-0. Нихуя. Ну, конечно, Лаказет оттолкнул Фердинанда. Ну, чё за бред вы мне несёте? Ну, что за бред вы, яшники, мне несёте, а? Иди нахер, а? Вот так тебе и надо, Мхитарян. 2 момента уже запорол. Ну чё, ребята, отыграли мы первый тайм. Очень скучный и вялый матч пока что получается. Надеюсь, во втором тайме будет чуть больше экшончика. Ну, Кэмпбелл, ну вот что это такое? Ну, Кэмпбелл, ну, блядь, ты жирный, блядь, рейтинг 95, точнее, сила 95. Почему он так неуверенно в корпусе играет, я не могу понять. Так, Санэшечка. Делаем вот так, блядь. И делаем вот так вот. Мартинес, хорош, 2-0. Гениально, ребята. Я не перестану это повторять, но его удары это что-то нереальное. Серьезно, я все больше и больше начинаю задумываться о том, что этот парень станет игроком основного состава. Ну что, ребята, давайте подведем итоги.
Жозеф Мартинес, которого вы получаете, по сути, за 0 монет, играет как бешеный ёбарь. Воркрейты охерительные, звезды на месте, 4 матча, 12 голешников. Я с уверенностью могу сказать, что это один из самых лучших форвардов, которым я играл. То есть, опять же, это в голове не укладывается, то, что Electronic Arts бесплатно дают игрока, который во многом обходит большинство кумиров именно на позиции страйкера. Так что, ребята, действительно считайте, что это новогодний подарок вам от Яшников. Единственный, конечно, минус этого игрока — это его лига и то, что его сгибридить получится, конечно, только разве что с кумирами. Осталось, собственно, 2 дня, поэтому поспешите. А с вами был я, PandaFX. Спасибо огромное, что посмотрели этот видосик. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, если не подписаны. И всем хорошего настроения. Покедова.